Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Воскрешение Лазаря. Иисус говорит: «Отнимите камень». Сестра умершего Марфа говорит ему: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он в гробе». Иисус говорит ей: «Не сказал ли я тебе, чтобы, если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». Сказав это, он воззвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногах погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: «Развяжите его, пусть идет». Текст по книге «Библия» в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.